Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Салтыков Сергей. Вы находитесь на блоге танцевального развития и совершенствования. Сегодня хотелось бы сделать опять женский выпуск и посвятить его такой теме «Правила исполнения поддержек», а также техники безопасности. Что может сделать партнерша при условии танца с неподготовленным, непрофессиональным грубым партнером? Ну, для начала давайте мы вспомним устройство позвоночника. Нормальный здоровый позвоночник имеет в своей длине, в своей основе 4 изгиба. 2 лордоза и 2 кифоза. Это естественные изгибы позвоночника, призванные компенсировать вертикальную нагрузку. Позвоночник состоит из позвонков и межпозвоночных дисков. В своей основе межпозвоночный диск имеет жидкое ядро, которое во время вот этой вертикальной нагрузки расплющивается и питает позвонки. Позвоночник неоднороден в своих отделах по количеству позвонков, поэтому, например, в грудном отделе он длинный, 12 позвонков, легче скручивание, а в поясничном отделе, поскольку там выраженный лордоз и нет ребер, гораздо легче идут прогибы. Ну, шейный отдел подвижен во всех направлениях, влево, вправо, вперед, назад, круговые движения, поскольку у нас атлант соединен с черепом, а второй позвонок соединен с первым шипом. Поэтому подвижность максимальная и максимальная возможность травм при неправильном использовании движений головы. Что хотелось бы сказать еще? Позвоночник – это единственное, что поддерживает нас в вертикальном положении, поэтому его нужно холить или леять, его нужно беречь с детства. Питание позвоночника происходит во время движения. Как я уже говорил, вот это жидкое ядро во время нагрузки расплющивается и питает межпозвоночный диск. Поэтому мы должны все время, во время жизни, совершать движения скручивающего характера, прогибы, наклоны, но избегать крайних критичных положений, либо неправильно выполненных по технике. Вот теперь давайте разберемся с техникой. Представьте проволочку. Нижний конец мы берем рукой, а верхний начинаем по отношению к неподвижному нижнему концу наклонять, выпрямлять, наклонять, выпрямлять. Со временем будет появляться трещина и проволока сломается. То же самое может происходить с нашим позвоночником. Там могут возникать дегенеративные изменения, протрузии и затем грыжи. Чтобы вам было более понятно, грыжа – это выпячивание межпозвоночного диска между позвонками, как масло между двумя кусками хлеба. Сопровождается очень неприятными болевыми ощущениями, вплоть до невозможности танцевать до прекращения своей танцевальной карьеры. Поэтому ни в коем случае не делаем поддержки, наклоняя нижнюю часть по отношению к неподвижной верхней. Во-первых, движение позвоночника в разных отделах ограничено. В некоторых отделах позвонки могут двигаться по отношению друг к другу всего на угол 5-7 градусов. Поэтому для того, чтобы увеличить гибкость, во-первых, нужно позвоночник растянуть. А во-вторых, чтобы вот эту вот проволочку сохранить надольше целой, ее нужно просто наклонять всю по всей длине. То есть мы должны после того, как позвоночник растягиваем, наклонить себя назад. Но для того, чтобы наклонить себя и не упасть, я должен какую-то часть выдвинуть вперед в качестве компенсации. Например, ногу. Очень удобно, правильно прогибы объясняют в йоге. Но не забывайте, что в йоге вы имеете время и возможность на сосредоточение, на вытяжение своего позвоночника, на углубление своих прогибов, на толкание бедер вперед. В танцах все это происходит быстро. Повел в поддержку, бум, наклонил. Бум, второй раз наклонил. 2 года таких неправильных поддержек. Прощай, спина, здравствуй, протрузия или грыжа. Поэтому предлагаю очень внимательно послушать правила исполнения поддержек
и применять их на дискотеках, чтобы сохранить свою спину здоровой. Итак, во-первых, мы стоим на опорной ноге, мы контролируем себя. На этой опорной ноге колено мягкое. Дальше, мы растягиваем свой позвоночник наверх, компенсируем свой наклон назад выведением свободной ноги вперед, и только тогда можно отпустить голову. Причем я себя контролирую на опорной ноге и во время ухода, и во время вставания. То есть я поднимаюсь на опорной ноге. Я не поднимаюсь из поддержки вот так. Потому что это будет неудобно по балансу. Это первый, самый простой совет. И, возможно, многие его знают и делают. Поясничный отдел удобен для прогибов, поскольку здесь нет ребер. И это достаточно простой вариант поддержки. Вариант второй и второй совет. В грудном отделе легче скручивание, поскольку он длинный, 12 позвонков. И если у вас, предположим, не очень растянутая спина, или она сегодня болит, вы можете сделать небольшой наклон назад, но добавить скручивание. Когда вы включаете больше мышц в работу, саму позу удерживать легче. То есть, если мы попробуем по ощущениям мышечным, как нам держать легче позу, вот такой вот вариант гораздо более удобен. А если посмотреть по амплитуде, вот насколько вам нужно прогнуться, чтобы сделать глубокую поддержку только за счет спины, то примерно в половину меньше амплитуда вам нужна, когда вы будете соединять прогиб и скрутку. Просто для того, чтобы это смотрелось красиво, нужно перед зеркалом по линиям поотрабатывать это и найти удобный, красивый для себя вариант. Ну и последнее, такой секрет. Если у вас совсем проблемы со спиной, а поддержки делать хочется, то можно исключить глубокие поддержки. Как это сделать, я расскажу чуть позднее. А делать поддержки легкие не за счет прогиба, а за счет раскрытия грудного отдела. То есть, когда вас партнер опускает, вы можете идти не вниз, а вы можете идти наверх. Со стороны это будет смотреться тоже как легкая поддержка. И для того, чтобы это сделать, нужно поразрабатывать свой грудной отдел, нужно потолкать грудину вперед и затем попробовать это сделать стоя на одной ноге, также закончив движение головой. Это будет смотреться как реакция на ведение партнера, как легкая поддержка. Для того, чтобы продемонстрировать технику правильной поддержки в паре, и для того, чтобы продемонстрировать технику безопасности, я хочу пригласить Лену. Итак, продолжая тему удобства в поддержках. Заводя партнершу к себе, партнер должен обязательно осуществить контакт в своем корпусе и в ее корпусе, прижать ее к себе. Причем я, когда это делаю, я стараюсь растягивать свой корпус и растягивать ее корпус. Тем самым помогая делать поддержку более удобно, более безопасно, если она вдруг этого не знает. И самое главное, я это делаю не руками, а ногами и корпусом. И туда, и обратно. То есть если представить, что партнерши нет, но я это делаю вместе с ней, завел, растянул, опустил, поднял. Вот это нужно поотрабатывать. Ну, по поводу техники безопасности вам расскажет Лена. Во-первых, при любых поддержках, которые использует партнер, девушка не должна разваливаться, она должна быть собранной, вытянутой. И это профилактика травматизма номер один. Да? То есть, если я развалилась,
распалов может быть что угодно, и я и могу его утащить в том числе. Если я танцую с партнером дискотеки, и, допустим, вот он сделал уже 5, 10, 15 поддержек, и, наконец, мне надоело, я могу этого избежать. Или вдруг у меня болит спина, ну, в общем, много, может быть, обстоятельств, я могу просто сделать шаг. Все, то есть как бы он ни старался, если это не нижний уровень, просто шаг. Шаг назад. Первый вариант. Если партнер попался неопытный или просто он не знает, как правильно, грамотно делать поддержки, и он, допустим, не прижимает меня к себе, то один из вариантов – это еще больше напрячься и очень четко взять его за шею, за спину, таким образом подстраховать себя от возможных неправильных скруток и прогибов. То есть очень. Так партнер крепко. Не будет делать глубоко поддержку, потому что он чувствует, что если он будет делать ее руками неправильно, партнерша утянет его за собой. Тот же самый вариант, допустим, на поясницу. То есть очень четко взяться за него и ни в коем случае не разваливаться. Ну еще одна достаточно важная вещь. Хотелось бы начать ее с небольшой истории. Лежал я как-то в больнице с коленом. Была у нас спортивная палата, лежали танцоры, спортсмены. И рядом со мной лежал рукопашник, которого привезли прямо с соревнований. Дойдя до финала, он проводил прием, проводил бросок. И нога у него попала в ковер, уж не знаю, как-то так получилось, между матов. И проводя бросок, нога осталась на одном месте, а корпус начал скручиваться с партнером, причем в такой достаточно хорошей динамике. Как результат, перелом. Девочки, когда партнер вас заводит в поддержку, будьте внимательны. Не старайтесь поворачивать корпус по отношению к неподвижным ногам. Не у всех здоровые, сильные колени и мышцы ног. Старайтесь все-таки поворачивать себя на ногах вместе с корпусом. То есть, если мы говорим о простой поддержке из американы, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот на счет раз вы должны уже с левой ноги на правую, делая половину спирального поворота, начать поворачивать себя всю. А потом делать поддержку с прогибом или поддержку со скруткой, как мы говорили. Не нужно делать очень сильную скрутку верха по отношению к низу, если вы это не отрабатывали отдельно. В этом выпуске мы разбирали в основном поддержки, которые происходят в среднем уровне, когда партнерша стоит на своих собственных ногах и отчасти может эту поддержку контролировать. Поддержки, которые происходят в нижнем уровне, мы разберем отдельно в следующем выпуске. А также в следующем выпуске мы поговорим о такой ошибке, когда не партнер виноват, а виновата партнерша. Когда партнерша падает сама в поддержку и вполне может сорвать партнеру спину. Я знаю один такой пример, когда достаточно крепкий партнер пришел к мануальщику после дискотеки и показал, что с ним сделала партнерша. На что мануальщик сказал: какой десантник, тебя ломал. Нет, нет, маленькая, худенькая такая. Это реальность. Как сорвать спину можно партнеру, точно так же можно травмировать и партнершу. Поэтому нужно уметь делать поддержки как партнеру, так и партнерше. И что еще хочется донести до вас. Ребята, когда вы читаете книжку, вы, скорее всего, запоминаете общий смысл. Когда вы хотите выучить стихотворение наизусть, вы читаете его несколько раз и проговариваете про себя. Тогда у вас это откладывается в памяти хотя бы на какое-то время. Когда вы просто смотрите выпуски или ходите на группы и повторяете 1-2 раза на группах какие-то принципы, то у вас остается общий смысл. Вещи, которые связаны с вашим здоровьем, со здоровьем ваших партнеров, нужно отрабатывать. Нужно учить, как стихотворение наизусть. Поберегите себя и позаботьтесь о ваших партнерах.
Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. И для вас специально мы выпустили два наших новых видео по трюкам и поддержкам. Одно из них — недоговорные трюки и фишки для дискотек. Это авторские вещи, не часто использующиеся на дискотеках и конкурсах. И второе видео — трюки вращения, 45 минут разбора подробно партии партнера и партнерши. И трюки, в основном использующие вращение либо партнера на месте, либо партнера с продвижением по залу, либо вращение пары. Welcome!